Во Владивостоке представители самых разных видов спорта вовсю готовятся к 8-й летней спартакиаде учащихся. Одни уже планируют поездку на финал, другие же находятся только на стадии отбора тех, кто непосредственно будет представлять Дальний Восток на всероссийских соревнованиях. В борьбу за путевки на спартакиаду в этот раз ринулись дзюдоисты со всего округа. Важно для того, чтобы, во-первых, была популяризация дзюдо, и мы больше привлекаем спортсменов. На таких соревнованиях приходят люди, смотрят, естественно, дети, и больше записываются в секции дзюдо. Это очень хорошо. Всего на ковре сошлось порядка 100 человек с Сахалина, Якутии, Хабаровска, Владивостока и других районов Дальнего Востока. Приморье в лидерах, но традиционно сильную конкуренцию составляют якутские и хабаровские борцы. Ребята на этом первенстве имеют не ниже первого спортивного разряда. Дзюдоистам всего по 14-16 лет, а в их копилке уже целая череда наград и достижений. Я ездила в Португалию на соревнования по дзюдо, международный турнир, кубок. И там было 30 человек, я стала 7-я. Но я рассчитывала на больший результат. 3 соперниц, знаю, они из Приморья. Ну, я постараюсь, конечно, выиграть и дальше пройти на других этапах. Дальний Восток выигрывал, республиканский выигрывал недавно. Ну и край, все, которые были, все выигрывал. Приехал много городов, Якутия особенно. Ну, Якуты есть соперники там тоже. И будем стараться, чтобы их выиграть. Стоит отметить, что за последнее время в дальневосточном дзюдо ощущается небывалый рост. Это подтверждает и количество спортсменов в секциях, и класс проводимых здесь турниров. Мы за 5 лет провели 4 всероссийских турнира памяти Ощепкова. Они признаны все 4 турнира лучшими в России. Мы провели в прошлом году в Хабаровске чемпионат России по дзюдо. И на следующий год на Дальнем Востоке предполагаем еще раз чемпионат России по дзюдо провести. Такого за 25 лет ни разу не было. Всего на дальневосточном первенстве спортсмены разыграли 17 комплектов наград. 6 золотых медалей взяли приморцы. В командном зачете сборная нашего региона стала первой. Что же касается финала, то решающие состязания по дзюдо в рамках 8-й летней спартакиады учащихся России пройдут в городе Армавир с 3 по 6 августа. Максим Яковлев, новости спорта на 8.